Здравствуйте, друзья! Функция mouse is up, left, right, либо middle позволяет создать событие проверки отпускания кнопок мышки левой, правой, либо центральной. То есть это условие сработает, когда мышка отпущена, а не нажата. Итак, для того, чтобы работать с мышкой, нужно ее активировать. Для этого вызываете окно библиотеки, горячей клавиши F3, либо вот этот значок. И здесь есть готовая команда, которая создает переменную. И в эту переменную убраны все методы и свойства клавиатуры. Точнее, мышки. Теперь к этой мышке можно обращаться и давайте создадим условия. То есть, если mouse is up, видите, у нас есть три команды. Вызовем их все по очереди. Если нажата левая кнопка мышки, тогда что-то произойдет. Давайте просто в консоли писать, что мы нажали вот так вот, левую кнопку мышки. И давайте создадим еще две похожие команды вот так вот. Для правой кнопки мышки напишем, что мы нажали правую кнопку мышки в консоли. И давайте то же самое напишем для последней центральной кнопки мышки. Отлично. Код я напечатал. И давайте посмотрим. Мы нажимаем левую кнопку мышки. Видите, ничего не происходит. Но как только мы отпустим, сейчас я отпускаю. Видите, произошло это событие. В клик ничего не происходит, только момент отпускания. Вот так вот. Проверяем правую кнопку мышки. Нажал на правую, ничего не происходит. Теперь ее отпускаю. Отлично. Он у нас написан, что теперь правая отпускается. И колесико. Нажал на колесико. Также ничего нет. Но отпустил колесико, и у нас есть событие. Отлично, все работает. Ну что ж, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multiroki.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!